Всем привет! Мы поехали в мини-путешествие. Поехали мы в государственный мемориальный комплекс «Хатынь». Вы знали о том, что почти каждая белорусская дорога приводит к братской могиле или мемориальному комплексу, увековеченному подвигу героев Великой Отечественной войны или памяти жертв нацистов на земле Беларуси? В Республике Беларусь значительное количество таких священных мест, свыше 8000. Но единственный, который вобрал в себя всю скорбь белорусского народа, мемориальный комплекс «Хатынь». Название небольшой белорусской деревни стало символом трагедии народа Беларуси во время Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс находится на месте деревни Хатынь. Символический храм под открытым небом. Сегодня мы сюда и приехали. Давайте вместе посмотрим, и я расскажу интересные моменты, которые мы увидели на этом государственном мемориальном комплексе. Всем хорошего просмотра, ребята! Кто не знает, Хатынь находится Республика Беларусь, Минская область, Логойский район, в окрестностях населенного пункта деревня Мокроть. Надеюсь, я правильно назвала. Государственный мемориальный комплекс Хатынь. А сейчас я вам быстро расскажу факты о Хатыни. В Хатыни были убиты или сгорели живыми в огне 149 человек. 75 из них были дети. Только двое детей спаслись из пламени. 7-летний Виктор Желобкович и 12-летний Антон Барановский. А это известная скульптура «Непокоренный». Это не памятник Иосифа Каминского. Это собирательный образ, образ трагизма, мужества, проклятия нацизму и войне. Это памятник всем жителям Беларуси, кто пережил кровь и ужас войны, потерял своих родных и близких. А сейчас вы увидите обелиски, символизирующие трубы печей, увенчанные колоколами. Каждые 30 секунд их грустный звук плывет над Хатынью. Птицы не поют. Колокола словно оплакивают умерших и зовут живых. Иногда говорят, что это разговаривают между собой жители Хатыни. Смотрите, это единственное в мире кладбище деревень. 185 могил, каждая из которых символизирует одно из невозрожденных белорусских деревень, сожженных вместе с населением. 186-я невозрожденная деревня – это сама Хатынь. Могила каждой деревни представляет собой символическое пепелище, в центре которого расположен пьедестал в виде языка пламени, символ того, что деревня была сожжена. А в траурной урне хранится земля деревни. На могиле написано название деревни и название района. А это символические деревья жизни, на веточках которых в алфавитном порядке перечислены названия 433 белорусских деревни, которые были уничтожены оккупантами вместе с жителями, но восстановлены после войны. Смотрите, как это красиво! А это стена памяти, которая включает мемориальные плиты с названием свыше 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей на территории Беларуси. А сейчас вы увидите вечный огонь, где на квадратном траурном постаменте в трех углах расположены три березки. Вместо четвертой горит вечный огонь в память о каждом четвертом погибшем жителе Беларуси.
А как она могла вывести тогда? Ну, жить. Ладно, мы зайдем в сарай. А это церковь, которую восстановили по образцу церкви, которая здесь раньше стояла, но была уничтожена во время Великой Отечественной войны. Смотрите, какая она вся красивая-красивая. А еще в мемориальном комплексе «Хатынь» открылся музей. И он открыт ежедневно. Туда можно приходить, смотреть интересные экспонаты. Есть зал памяти, который рассказывает о людях, которые были причастны к созданию мемориального комплекса «Хатынь». Это и Янка Мавр, и Олеся Адамович, и Янка Брыль, которые собирали всю информацию, записывали ее и восстанавливали хронологию. Музей наполнен множеством экспонатов и современных интерактивных технологий, позволяющих максимально реалистично рассказать о страшных событиях прошлых лет. За каждой стеной, каждой фотографией музея страшное преступление, совершенное фашистами и их пособниками на белорусской земле. Общая цифра сожженных и пострадавших в Беларуси деревень 10 1961. А вы видите эту разгромленную комнату? На полу битая посуда, брошенная одежда, мебель. Понятно, что собирались здесь в дикой спешке, хватали только самое ценное. А смотрите, какой большой экран на наружной стене у входа. И он транслирует военные кадры, различные интересные кадры войны. Посмотрите. Ну вот и закончилось наше мини-путешествие в это, с одной стороны, ужасное, а со второй стороны, такое историческое место. Спасибо, кто был со мной. Подписывайтесь на мой канал.